Что, ребятушки, начнем с обращения к оппозиционерам. Если вы решили стать главой Али, вам предстоит не то, что жить в игре. Вы должны продать дьяволу душу. Мне кидают предъявы, что я переобулся, что я должен. Скажу, что я должен, я прощаю. Предъявы в основном от людей, которые не понимают, что происходит и как устроена игра. Расскажу историю. На Украине случилось горе, война. Я написал главе экспансии, что нахожусь в шоке и не могу отойти. Удалите, пожалуйста, сваров Альянса. На что мне ответили без проблем. Прошло время, я решил снова вернуться, вступил в ряды оппозиции, написал главе Альянса, на что мне ответили: ок, вступай. Я через время кинул заявку, прошли сутки, заявка истекла. Я пишу в личку: так и так, что случилось, 3 дня прошло уже. Мне мороз в ответ лютейший. Короче, думаю, ну и ладно, если такой долгий прием в клан идет, что там в клане творится? Что я хотел сказать, ребята? Считайте себя главой Альянса, будьте им, иначе у вас ничего не выйдет. Поигрались в КЛа, а о людях вы задумались, которые на вас надеются. Теперь перейдем к осаде. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, я хотел поговорить про наемников. Сейчас, через 2 минуты, начнется война за замки. И видим Альянс Эпос и Экспансия. Это основные альянсы, которые воюют на Леона 02. Но, к сожалению, в оппозиции мне пришла информация, что в оппозиции произошел раскол, и там очень сильные ребята ушли с сервера. А так как трансферов нет, они не смогут вернуться. Ну, трансферы будут потом, когда-то, я не знаю когда, но это не важно. Короче, что я хотел сказать за наемников. Я иду на осаду замка наемником. И вот я вижу, что я вроде бы ничего не заработаю, но все равно я пойду, потому что я не уверен, что товарищи Сепос захватят хоть какой-то из 2 замков, которые сейчас есть на Леона 02. Но это мы увидим попозже. Вот я хотел сказать, вот видим, что Демоник Шоколада, Инвайдерс и Фурт — это 3 клана из Альянса Эпос, которые предлагают вступить в их ряды, чтобы помочь захватить эти замки. Но я вам бы порекомендовал выбирать между кланами, где меньше человек, потому что вознаграждение одинаковое. Эти кланы не захватят ничего. Давайте мы вступим, потому что сейчас начнется осада, и надо быть на ней. Я вступил наемником в клан Фур. И посмотрим, что получится в конце. Осада началась, полетели. Думаю, где он? Так, о, я угадал. Так, надо включить тут. Так, как всегда, подготовленный и готов воевать. Просто вливаем дамаг. Вы, если идете на осаду наемника, вам нужно вливать дамаг. Потому что от топа зависит ваше вознаграждение. И в конце мы увидим, сколько я получу. Не сближаемся, потому что нет смысла. И самое главное, если вы маг, как я, вам нужно держать дистанцию. Вам нужно видеть, кто выходит вперед, и брать его в ассист. Если вы соло игрок, конечно. Если у вас есть пати или группа пати, то это уже другой разговор. Нужно брать в ассиста мага в основном. Потому что он как бы стоит в толпе. Вам нужно просто наносить больше урона. Так, давайте сюда пройдем, посмотрим. Ага, не, тут мы ничего не сможем сделать.
Опачки, зашли в спину. Ну, как всегда. Пошли что-то тут зарашили. Зачем вы ТП рашите, я не понимаю. Ну как, я понимаю, то что там нет нормального руководителя. Извините, пожалуйста, за мою грубость. Может, это грубо звучит, но... Оно так и есть. Мы как наемники, нам все равно, захватят замок или нет, нам нужно просто вливать дамаг. Но это пока мои познания, которые я понимаю. Ой, туда заходить не хочется. Будем прикрывать тылы. Не знаю, там основные силы сидят, наверное, в тимспиках, дискордах. Они должны общаться между собой и придумать какие-то планы действий. А наемники это, ну, вольный народец, который может по пвпшиться раз в неделю, подзаработать немножко алмазов. Парень под крестом. Парень ушел. Ебака. Так, 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 отходим. Отходим, васистик меня взяли. Надо захилиться. О, полегче. Так, идем сбоку, обходим. Просто... Ассистим тех, кто вырывается вперед. Вперед смысла лезть нет. Наверное, маг для наемника это самая идеальная профессия, то есть класс героя, который подходит для роли наемника. У вас мало здоровья. Ой-ой-ой-ой. Очень быстро я закончился. Не-не-не, сближаться нельзя, мне отхилиться надо. Просто тут со всех сторон идут, невозможно контролировать все стороны. Как бы видишь только перед собой. Если смотреть во все стороны, можно голову сломать, я думаю. Надо XTP нахер убирать. Или можно вот так, как я, ставить на телепорте, включить автобой и сербать чаек. Так, ну сильно увлекаться, конечно, чайком не нужно. Опа-опа, отходим, отходим. Перепушили. Экономим хп, потому что, ну, смысл его терять, если я буду потом... Захиливаться 3 года. Мне это не нужно. Через левую часть зоны сбора заходим. Но нас тут пытались притеснить. Давай креста бьем. Красиво делают. Они регрупнулись, но как-то, ну как-то кисло все равно. Должны как единое целое бегать, то что против орды экспансии очень сложно противостоять, то что там очень много донаторов, а что слабый всегда к сильному липнет. Это как бы позиция не только в игре, но и в жизни у многих. О-о-о, ассистик мага. Так, не надо выбирать мага. Опа, вижу мага. Опа, опа, опа. Улетел. Выбираем мага, потому что он нормально в толпе. Ну,
Давай мы тут потроллим. Ребята вытягиваются. Ла-л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 а. Давай. Подходите. У нас сразу скинулись магии по плюшке. У меня пол хп нема. Ну такое вот, они специально сделали, вот, даже игра говорит, что в замок есть лишь один вход. Ой. Игра сама говорит, что в замок есть всего лишь один вход. И только передоненные товарищи могут... Ну что это такое? Перебазировались на центр. Просто вливаем дамаг и смотрим окончательный результат. ПВЕ. Тапаемся, чтобы нас не палили. Так, что нам? 25 алмазов. Угу. Вы прекрасно проявили себя в роли наемника. Поздравляем с достижением ранга 1 среди наемников. Примите полагающуюся вам награду. Спасибо. Приму, конечно. 25 алмазов. Итоги. Замки экспансии. Узурпаторов. Хотел сказать насильников. Ну. Они насилуют мой мозг, можно так сказать. Жесть, даже чаек не дали попить. Ну, короче, вот такая вот осада. Очень интересная, крутая. Получил я 25 алмазов. Считаю, 25 алмазов это... Очень даже неплохо. Так что ничего страшного в этом нет. Если вы идете наемником на осаду, смотрите на самое главное. Какое вознаграждение, какая ставка и кто атакует. Если вы хотите понять, кто рулит на сервере, это очень изи. Просто поиск в рейтинге. Ну, ладно, плохой пример. О, все. Вы смотрите, кто пишет в чате. Ну, не смотрите, кто занимает. Ну, можно и по значку смотреть, это значок Герана. Мы видим, если вы владеете замком Геран, то у вас появляется такой значок у ника. С вами был Розе, всем до новых встреч.